Всем привет! В этом видеоуроке я расскажу вам, откуда можно скачать плагины для Photoshop Alliance Skin Candy 6 версии и Alliance Skin Candy 7 версии. По их установке есть хороший урок на YouTube на канале у Ярослава Борисевича. Вот этот урок. Только хочу предупредить, что версия 6 по его ссылке заражена вирусами. Скачивать ее не надо. Лучше скачайте ее с сайта «Мир вашего творчества». Ссылка же на версию 7 рабочая, чистая, без вирусов. Можно ее скачивать. Я устанавливал плагины Photoshop CS6. Плагин 6, скачанный с сайта «Мир вашего творчества», а плагин версии 7 скачивал по ссылке под видео Ярослава. В комментариях под видео я писал о том, что возникают проблемы с установкой 6 версии. Эти проблемы возникли не только у меня. Вот вы здесь видите, Алекс Дракон тоже пишет, что файл на версию 6, ссылка на версию 6, просто файл. Но у меня, как я писал в своих комментариях, в этом файле оказались вирусные программы браузер Amiga и все остальное, то, что не представляет интереса. Мы зашли на сайт «Мир вашего творчества», точнее сайт pc-ps-cs.yukos.ru. С этого сайта мы сейчас скачаем 6 версию Alliance Skin Candy. Заходим в плагины. Вот, как видите, здесь предлагается 7 версия на русском языке. Я скачивал и устанавливал 7 версию по ссылке Ярослава Борисевича. 6 версия находится на страничке 2. Вот он, Alliance Skin Candy версия 6. Кликаем левой кнопкой мыши. И переходим. Здесь кликаете по кнопке «Скачать» и установочный файл скачивается. Как видите, в описании написано, что язык интерфейса английский. Но это не проблема, программа не слишком сложная. Вы ее освоите. Перед скачиванием файлов обязательно отключите антивирус. Иначе он удалит кряки в скачанных файлах. А перед установкой отключите дополнительно интернет. Установочные файлы плагинов я установил, распаковал, вернее, на рабочий стол. Вот 6 версия, вот 7. Открываем 6. Вот ее элементы. В архиве 6 версии есть текстовое описание порядка установки плагина.
Также есть описание установки и плагина 7, правда, без комментариев. Также открываем 7 версию. Здесь тоже, как видите, есть установка и активация Alien Candy. Но мне больше нравится видео от Ярослава Борисевича. Свое видео по установке я делать не буду, так как думаю, что оно будет не лучше, чем видео у Ярослава. Там все понятно и доходчиво рассказано и показано. Советую им воспользоваться. Если у вас операционная система не умеет открывать сразу 2 окна одновременно на компьютере, тогда копируйте файл, открываем крепко, открываем и копируйте нужный вам файл. Ну, в зависимости от того, сколько разрядная у вас система. У меня разрядная 64. И вот этот файл мы выделяем, кликаем по нему правой кнопкой мыши, нажимаем копировать и вставляем его в папку, соответственно, по видеоуроку Ярослава с заменой файла обязательно. Это действие аналогично методу перетаскивания или перемещения. Результат будет тот же. Кроме сайта «Мир вашего творчества», хочу познакомить вас с другим сайтом, который будет полезен любителям фотошопа, Adobe Effect и вообще любителям фотографии. Думаю, на нем они найдут для себя много полезного, интересного и оценят его по достоинству. Примечательно, что с сайта можно скачать бесплатно и без регистрации. Интересен раздел «Все в фотошопе». Вот он. Внизу. Кликаем по нему. На этом разделе можно посмотреть понравившиеся проекты. Проектов здесь множество. Хочу предложить вашему вниманию один скачанный мной с этого сайта проект. На этом свой видеоурок заканчиваю. Всем спасибо за внимание. До свидания.